Снимем. Вот я камера и так. Вот интересно, как будет картинка смотреться. Я на трусице все сделаю одной рукой. Будет ли стабилизация очень хорошая или нет. Вот посмотрим. Вот. Так. Вот так. Все, сейчас мы денежку заберем. Так. Все. Я сейчас положу пока. Вот она. В корзине денежка лежит. Завтра пойдем на браконт. Вот. Что там будет, как, я не знаю. Ну, должен быть браконт хороший. Вот, небо голубое. Голубое. Завтра, ну, завтра вроде как обещают после обеда. После обеда. Стой. Велосипед не падает. Так, после обеда завтра обещают дождь, а сегодня у нас на этом самом, на, как сказать, погода 24 градуса. Вот, 24 градуса. Там орут, как говорится. Так, вот поехали. Не пройдет. Толпа бельгийского шамажного народа, как говорится, который там едет на коляске, а рядом идут рожи, как говорится, на, похоже на бомжатника. Ну и такое здесь есть. Вот я сейчас пройду. Ну точно, вот пиво сосуд. Мимо. Вот лежит это. Вот. Видим. Немножко вот надо как-то сейчас я отрегулирую. Oops.
ночи мы бутером видом увидели обыкнутые холмы. Я на О, увидел свадьбу. Вот свадьбу снял. Как говорится, меня, ну, редко когда бывает такое, что я видел свадебные кортежи, как говорится. Ну вот небольшой скромный кортеж. И вот как видите, даже здесь, в Европе, в Бельгии, видно, что сигналят, независимо от того, что вот. Вот сейчас фонтанчик заведем. Вот так вот раз. Опа, бляха-муха. Ой, пардон. Ну это бляха-муха. Слово паразит. Вот я выехал на фонтанчик. Сейчас постоим, отдохнем, посидим. Вот голуби тут летают, сороки, вороны. Вот голубок там что-то кушает. Вот. Вот он, фонтанчик. Сейчас мы... Оп! Вот он, фонтанчик. Фонтанчик. И сейчас я покажу себя напротив фонтанчика. Вот еще раз велосипед покажу. Вот он какой. С корзиночкой можно ездить за покупкой. Раз, два, три. Вот видите, я нажимал, я почему так говорю, вот камера, она моментально становится на, ну как сказать, на то, что она должна поворачиваться, цвет, а она не поворачивается. Ну вот надо только быстро нажимать, раз, два, три, на кнопочку, тогда она поворачивается. Ну вот он я, всем привет, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня, пока-пока. Сейчас дальше поедем в гараж. Поставим в гараж велосипед и дальше поедем по делам. Всем пока. Вот, я нажал три раза и камера развернулась. Развернулась камера. Ну, что я могу сказать по поводу чистоты? Сами видите, какая чистота у нас в этом сквере. Вот шум воды. Здесь посажены, по-моему, эти... Здесь посажены